Этот город насчитывает уже более чем пятивековую историю. Он расположен в самом центре Брянской области, на дороге из Белоруссии в Россию. С его именем связаны известные исторические личности. Он обладает уникальными памятниками архитектуры. Город Почеп, центр Почепского района. Милый, уютный и тихий городок, каких сотни в России. Но все-таки жители Почепа по праву гордятся его историей, которую собирают буквально по крупицам. На съемке с воздуха бросается в глаза расположенное на берегу реки Судость сооружение. Вообще, как бы, гордость не только Почепа, если брать в общем контексте, это город, гордость Брянской области. Потому что такой крепости, это земляная крепость, она была построена, когда Карл XII шел на Москву, он шел через Почеп, и на пути Петр I приказал Меншикову построить еще одну крепость. Сверху крепость очень похожа на Петропавловскую в Санкт-Петербурге. Высота земляных валов достигала 12 метров, и это сооружение сыграло свою роль в истории. Когда лазутчики подошли к городу Почепу и посмотрели, что путь-то один на Москву шел, слева болото, справа болото, леса непроходимая, дорога была одна, и когда они оценили свои возможности, они повернули на Полтаву. И под Полтавой их разбили благополучно. А если бы под Почепом, представляете, что бы значило для России Почеп? Почеп долгое время был приграничным городом, поэтому неоднократно оказывался на передовой позиции военных конфликтов и много раз переходил из одной юрисдикции в другую. После победы в Полтавской битве город был подарен ближайшему сподвижнику Петра Великого, генералиссимусу Александру Меншикову. С именем Почеп тесно связана еще одна известная историческая личность – граф, генерал-фельдмаршал Кирилл Разумовский, который более полувека являлся президентом Российской академии наук. При нем и по его заказу по проекту известнейшего в то время французского архитектора Жана Батиста Вален де Ламота был построен дворец, а автором сохранившегося до наших дней Воскресенского собора стал не менее известный и востребованный в Петербурге итальянец Антонио Ринальди. Это было украшение города. Это был дворец, был построен в 1760 году графом Разумовским. После того, как Елизавета Петровна передала в управление ему город. Вот. Это было, сюда съезжались европейские, восхищались архитектурой, внутренним содержанием дворца. Но, к сожалению, после войны он был утрачен. Остался только храм. Но это историческое наследие города Почепа. От дворцового ансамбля сохранился не только величественный и прекраснейший Воскресенский собор, но и еще несколько построек и сам парк. Его директор старается сохранить эту историю для потомков. На входе в городской парк установлены кованые ворота, покрытые черепицей 18 века, а аллеи освещают плафоны, привезенные из Москвы с выставки достижений народного хозяйства. При ремонте комплекса они оказались никому не нужны, кроме энтузиаста из Почепа. Благодаря таким людям, как Виктор Сергеевич, можно в буквальном смысле прикоснуться к истории. Парк выходит на центральную площадь Почепа, и здесь привлекает внимание изящное двухэтажное здание. Когда-то в нем находился райком комсомола, сейчас оно на службе у Прекрасного. Здесь находится детская школа искусств имени уроженца Почепа, композитора, автора известнейшей всем «Катюши» Матвея Блантера. В нашей школе есть музыкальное исполнительское отделение, где дети занимаются на фортепиано, баян, аккордеон, балалайка, духовые инструменты, изобразительное отделение и хореографическое, где дети учатся танцевать. И еще есть отделение раннее эстетическое развитие, где занимаются дети 5-6 лет. В школе работает дружный и высокопрофессиональный коллектив, который ежедневно передает свой многолетний опыт молодому поколению, учит детей прекрасному. В основном это наши выпускники работают и продолжают работать. Я сама выпускница Почепской детской школы искусств. Вот. Закончила ее, наверное, где-то в 80-х годах. Вот, далее Брянское музыкальное училище закончила и Саратовскую государственную консерваторию. И вернулась сюда в 1989 году.
И также вот основной состав преподавательский – это где-то мои ровесники, постарше. Воспитанники школы, постоянные участники и лауреаты, в том числе международных конкурсов. Те, кто пойдут в школу искусств, сначала, как известно, посещают детский сад. Сейчас в районном центре на переулке Тютчева строится дошкольное учреждение на 200 мест, 120 из которых предназначено для ясельных групп. Строители уже заканчивают возведение стен двухэтажного здания, затем приступят к кровле, установке окон и отделочным работам. Система образования Почепского района включает 24 школы и 18 детсадов. Этот станет 19-м. На территории района строятся детские сады и в селах, и в деревнях. Например, в 2019 году распахнул свои двери новый детский сад в Дмитрове. Его не было там уже много десятилетий. 2 года всего лишь нам, мы молодые. На данный момент детей у нас 12 человек и 12 человек персонала. Но в будущем мы надеемся, что детки к нам подтянутся, будут у нас... И кадрами мы 100% обеспечены. Сад рассчитан на 35 детишек, 15 из которых в возрасте от 1,5 до 3 лет. Здесь новая удобная мебель, спортивно-музыкальный зал, пищеблок, развивающие игры, а еще своя котельная, узел водоснабжения и прекрасная территория для прогулок. Словом, все то, что нужно для успешного развития и воспитания детей. Еще одна гордость местных жителей расположена рядом. В 2020 году в Дмитровском сельском поселении, в состав которого входит 14 деревушек, вместо старой избы построили новый современный фельдшерско-акушерский пункт. Такому медучреждению позавидуют жители любой городской территории. У нас находятся аппараты ЭКГ, УЗИ аппарат, гинекологические аппараты, стоматологический кабинет, многопрофильные кабинеты различные, процедурный кабинет, укомплектованный различными весами, детскими весы, ростомеры. Все необходимое оборудование для обследования маленьких детей, которых малышей я могу взвесить на маленьких весах, чтобы посмотреть прирост массы тела. В общем, я оказываю экстренную неотложную помощь, вызываю, обслуживаю бабушек, на дому лечу. ФАП обслуживает 570 человек. Огромную помощь в работе местным медикам оказывает первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Его специалисты регулярно бывают в Дмитровском сельском поселении. Приезжают узкие специалисты, проводят обследование узкой, тяжелых больных забирают к себе на лечение. Лечат бабушкам зубы, проверяют почки. Гинеколог приезжает, делает УЗИ. Поэтому нам повезло, и у нас такая оказывается помощь всеобщая. Врачи живут тут же, в здании ФАПа, где есть жилое крыло со всеми удобствами. Всего на территории района, кроме центральной районной больницы, работают 39 ФАПов, 3 врачебных амбулатории и 1 участковая больница. В 2019 году за счет спонсоров в селе построен православный храм в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. И еще одно место притяжения для местных жителей – это, конечно, их очаг культуры – капитально отремонтированный сельский ДК. Здесь прекрасный зрительный зал, в котором на все праздники организуют концерты и уютные посиделки. В Доме культуры работают различные кружки, в которых каждый найдет себе занятия по душе и для души. Областное и местное руководство уделяет большое внимание поддержке учреждений культуры. За последние годы отремонтированы несколько сельских ДК, и эта работа продолжается. Перемены заметны в качестве дорог в районе. В первом полугодии 2021 года отремонтировано 8 улиц в разных населенных пунктах. Все это способствует тому, что жители сел и деревень могут легко и просто попасть в райцентр, где большой популярностью пользуется физкультурно-оздоровительный комплекс. Он был открыт 3 года назад, включает в себя несколько залов, оборудованных по всем самым современным требованиям. Мы тут культивируем виды спорта: мини-футбол, волейбол, баскетбол. Плюс тренажерный зал, тут все желающие могут ходить. Дети мини-лапту здесь могут тренироваться. Потом фитнес. В основном спортивными видами спорта тут у нас спортивные группы, а у населения пользуется спросом тренажерный зал. Сотрудники ФОКа пошли дальше и организовали площадку для занятия таким весьма экзотическим видом спорта, как пляжный волейбол. В этом году мы своими силами соорудили волейбольную площадку для пляжного волейбола. Завезли песок, обтянули сеткой. И в этом году даже проводили день физкультурника, там было у нас соревнование.
Физкультурно-оздоровительный комплекс работает допоздна, чтобы взрослое население могло заниматься спортом после работы. Ежемесячно его посещают более 1500 человек. В районе действуют площадки для сдачи норм ГТО, для занятий воркаутом, волейболом, баскетболом и бадминтоном. Плюс ко всему, в 2021 году в Почепе сдан в эксплуатацию Ледовый дворец. Как известно, не место украшает человека, а человек – место. В Почепском районе, без сомнения, живут и трудятся прекрасные люди, которые ежедневно вкладывают частицу своей души в развитие своей малой родины.